А вот для октагайцев день первого президента стал большим событием. Жители района провели ряд мероприятий. От торжественных совещаний до сельскохозяйственной ярмарки. Сельчане постарались, чтобы этот день запомнился как одно из значимых событий. День первого президента празднуют и в отдаленном районе региона Актогая. Здесь празднования прошли с особым размахом. Местное руководство поздравило ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Помимо официальных встреч, сельчан собрали на праздничных концертах. Праздник в честь главы государства для местных жителей – событие значительное. Казахстан, республика. Сегодня актагайцы все как один празднуют день первого президента Казахстана. Сегодня здесь собралось так много людей, что все они даже не помещаются в зале. Быстрое развитие и процветание Казахстана – все это политика нашего президента. На праздник, чтобы столы ломились изобилием, акиматом Актагайского района была организована ярмарка. Закупиться всем необходимым по сниженным ценам здесь мог любой актагаец. А вот труженицу тыла Макан Жапарову, которой, к слову, уже исполнилось 100 лет, глава региона поздравила лично. Такого внимания местная долгожительница не ожидала. С повелением Аллаха пусть все беды обходят стороной, пусть не будет войны. Будьте все счастливы и здоровы. На сегодняшний день Актагайский район активно развивается. Здесь успешно реализуется сразу несколько государственных программ «Акбулак» и «Занятость 2020». Сельские предприниматели развивают свой бизнес. Местные власти говорят, что здесь успешно реализуется программа модернизации ЖКХ. Практически все дороги в округе заасфальтированы. А день первого президента – это хорошая возможность оценить проделанную немаленькую работу, считают в Актагайском районе. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.